Давайте состав рассказывайте. Два яйца, мука, сода, негашеная. Давайте сразу к сути. Псилоцибиновые грибы. Ну и секретный ингредиент. То есть здесь есть что-то посерьезнее? Вторая ложка псилоцибиновых грибов. То есть две ложки? Ну, 3-4. А как так получается? Ну, я и пришел учиться. Я не профессионал как бы. Майонез из магазина весь вкусный, клянусь! Это что? А это подсознание выходит. Их просто эти психологи использовали для того, чтобы разговорить пациентов в 30-е годы. Я под фартуком, без трусов, постоянно вообще! Это карта Озон Банка. С кэшбэком до 10% рублями.